Можно ли сбрить бороду, если мои родители категорически против этого? Во-первых, мы обязательно должны понять одно очень важное правило, которое гласит: нет подчинения творению в ослушании Творца, будь это отец, мать, сын или супруга. Если кто-либо приказал ослушаться Всевышнего Аллаха, то нельзя ему подчиняться в этом, потому что подчинение Аллаху превыше всего. Если твой отец и мать приказывают тебе сбрить твою бороду, то мы говорим: не дозволено тебе подчиняться твоим родителям в этом грехе. Однако ты должен объяснить им, каково шариатское постановление относительно этого вопроса. И во время твоего отказа ты должен быть мягок с ними. Ты должен сказать им: «Воистину, вы самые любимые творения Аллаха для моего сердца, и я не в состоянии ослушаться вас в чем-либо другом, что не противоречит приказу Всевышнего Аллаха и не содержит в себе что-либо запрещенное шариатом. Однако, если я подчинюсь этому вашему приказу, то я тем самым ослушаюсь Аллаха, свят Он и велик. И нет для меня кого-либо более любимый, чем Аллах и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, так как любовь к Аллаху и Его посланнику превыше, чем любовь к кому-либо другому. Он должен быть мягким в своем отказе, подчиниться им в этом вопросе, и объяснить им, что ему не дозволено подчиняться им в этом их приказе, и что этот их приказ совершить порицаемое действие запретен, то есть его отказ должен быть в рамках одобряемого, соответствовать правилам приличия и благочестия во взаимоотношениях.